Ты говорила? Ты говорила со священником? Да. Мой телефон очень плохо принимает. Что с ним поделаешь? А у него есть твой номер? Думаю, да. Я еще не закончил со ступеньками. Наверное, рейсы задержали. Или они разговаривают. Здесь тоже надо почистить. Хочешь произвести на них хорошее впечатление? Очевидно, они ожидают увидеть что-то более роскошное. Тут везде паутина. Это надо куда-то в другое место. Пепельницы тут всякие. Монахини ведь не курят, так? Может быть, сюда? Так, хорошо. Вот так. А тут достаточно тепло? Да. Эта штука неплохо работает. Что с постелью? По мне одеяло слишком тонковатое. Как ты думаешь? Они должны быть привычны к трудностям. Эта вещь священная. Снять, что ли, ее? Это танго. Но все-таки какое-то украшение. Дорогой господин Вик, сердечно благодарю вас за письмо, в котором вы сообщаете о своем столь важном и своевременном решении устроить православный монастырь под юрисдикцией Московской Патриархии на территории Королевства Дании. Русская Православная Церковь высоко ценит ваше благородное предложение о передаче замка вашего поместья в Хесберге Московской Патриархии. Это, несомненно, будет фундаментом создания здесь монашеской обители. Взгляды старого человека изменить невозможно, не правда ли? Надеемся к осени послать в ваш замок небольшую группу монахинь. Чтобы осмотреть место на предмет возможности использования его для монастыря и подготовить юридические документы. С уважением, председатель отдела внешних церковных связей Московской Патриархии. Наверху закрыто. Принести дров? Вряд ли ты что лучше этого найдешь. Они приехали? Приехали? Говорите громче. Я не могу понять. Я лучше пойду к обычному телефону и перезвоню вам. Я перезвоню через 2 минуты, хорошо? Окей. Это отец Александр? Да, Александр. Он уже встретил монахинь. Значит, они приземлились? Вик, я пойду раздобуду дров. Спасибо большое. Они в аэропорту.
Он проводит их на вокзал. Надеюсь, они успеют на поезд в 6:30. Тогда они приедут в Оденсе в 8. Ты волнуешься или что? Волнуюсь я или что? Господин Вик, матушка привезла икону для вас. Это икона для вас. Это наш вам подарок на основании здесь монастыря. Мне нравится это. Это мне нравится. Она мне очень нравится. Красиво. Красиво. Можете приложиться. Спасибо большое. Можно это снять? Да, надо это снять. Я сам об этом думал. Надо это снять. Надо это снять. Пойдемте сюда. Это большая комната. Здесь можно бы сделать храм. Смотри, там можно панораму делать, или там дверь. Да, тем более там дверь есть, с другой стороны тоже. На это надо обратить внимание. По большому счету, мы починили крышу, но некоторые места остались еще. Это христианская комната. Но тут Будда. Некоторые любят причислять Будду к Ветхому Завету. Говорят, что это одно и то же. А вот другая комната. В принципе, это очень хорошая комната, только надо немного подремонтировать в этом месте. А это откуда? Наверное, из Китая. Называется опиумная кровать. Для курения опиума. Не знаю, правильно ли это, но есть такая традиция. Да. Это нехорошая кровать. Я хочу посмотреть. Проблема только с котлом или со всей системой в целом? Надо поменять несколько радиаторов. Понятно. Некоторые текут. Но главная проблема здесь. Одна из проблем. Думаю, основная. Мы подумаем. Думаю, все можно сделать. Основная проблема — отопление. Конечно, можно. Но у нас тут все медленно продвигается. Медленно. Отсутствие отопления плохо для самого здания. Как здесь люди жили? Здесь больше 20 лет никто не жил. Понятно. Думаете, возможно починить отопление к следующей зиме? Я как раз говорил с одним человеком. Он специалист. Он пригласит еще одного специалиста. Они будут работать целую неделю. Очень хорошо.
Тогда, может быть, летом мы сможем послать сюда жить несколько сестер. Кого-нибудь нам в помощь? Думаю, мы пошлем несколько сестер. Несколько сестер? Очень хорошо. Чтобы жить здесь. Понятно, да. Замечательно. Но вам нужно разрешение от патриарха? Да, благословение. Благословение. А сколько у вас сестер? Около 120. 120? Думаю, 6 сестер было бы неплохо. Да. Доброе утро. Лимон? Если можно, мы возьмем с собой. Спасибо, Господи. Надеемся, летом приедем опять. Сначала дым не хочет идти наверх в трубу. Идет сюда. Надо немного проветрить. Что за мучение? Здесь немного дыма есть, но недостаточно. Кран закрыт. Но трубы чуть-чуть теплые. В двух местах течет. В двух местах течет почти струей. Сколько я заплатил за Хейсберг? Теперь на эти деньги и половину бунгало не купишь. 350 тысяч. Теперь его стоимость 7 миллионов. Правда, это было 40 лет назад. Откуда взялась эта твоя идея с монастырем? Из моих наездов в бенедиктинский монастырь в юности. С точки зрения истории, моей жизни, моя миссия начала осуществляться в 50-е годы, когда я писал диссертацию о современных монастырях.
Это было в начале этого времени, когда у меня было два источника доходов, две работы. Я был приходским пастором в Глострупе и библиотекарем в университете. Но ты помнишь, что именно вдохновило тебя на это? Нет, ну как же теолог может не интересоваться монастырями? Но зачем здесь устраивать монастырь? Это старая амбиция. Сделать что-то стоящее. Конечно, это банально. Хочу сделать что-то наверняка. Амбиции. Не понимаю. Что? Я не понимаю. Что ты не понимаешь? Разве ты не хочешь сделать фильм, который вошел бы в историю? В историю документалистики? Ну да, конечно. Хотела бы сделать что-то качественное? Ну вот, видишь? Что за гриб? Плесень. Серпула лакриманс. Главным образом поражает дерево около наружных стен. Так, это сложно. Я приподниму пол, а ты не могла бы вытянуть из-под него ковер? Момент. Сперва отмерим пленку. Начнем отсюда. Потом напишем на пленке номера. Когда напишем номера, пленку снимем. А, нет. Она должна быть на месте, когда будем разбирать пол. В каждой доске надо дать правильный номер. Какой бы применить систему? 1, 2, 3, 4. Будем писать их слева направо. Итак, это будет номер 1. Это угловая доска, номер 2. Номера исчезают. Новое дело. Они просто испаряются. Всегда ожидай неожиданного. Прими это за правило. Сколько бы утопий ты себе не строил, всегда случится что-то, чего не ждешь. Тридцать восемь, 41 и 50. Что дальше? Да. Ну, вам звонили. Она звонила? Вчера вечером. Амбросия. Вот так. На день опоздала или сколько? Опоздала куда? Она разве вчера обещалась позвонить? Нет, 2-3 дня тому назад. Должна была. Она могла только на день опоздать. Только на один день опоздать? Что она сказала? Сказала, что выезжает в воскресенье. Выезжают из дома в воскресенье?
Так что здесь будет во вторник или в среду. Это через неделю? Теперь мы знаем. Это хорошо. Хорошо. Значит, у нас целая неделя, чтобы найти простыни. Я бы хотел купить несколько хороших простыней для этих монахинь. Думаешь, они предпочитают старомодные белые простыни? Это мой дед. Я так думаю. Этот книжный шкаф сделан из древесного бруса. Мое собственное изобретение. Здесь художественная литература на английском, немецком, испанском, хинди и других языках. Но постельного белья я здесь не вижу. Я это не узнаю. Я этого не покупал. Лоскутное одеяло. Совсем его не помню. И это не впервой. Можно под ним спать? Выглядит оно нормально. Но после каждого употребления его полагается стирать. Кто знает, один или два раза его использовали. Доброе утро. Доброе утро. Это мать Екатерина, наш регент. Добро пожаловать. Это Дарья. И Илья, наш водитель и тракторист. О, очень хорошо. Полно вещей. Что с отоплением? Мы им занимались все это время. Теперь с ним лучше. Лучше? Есть еще некоторые проблемы. Сами увидите. Они вправду очень деятельны. Итак, первая служба у нас в полночь. В полночь. Это только для нас самих. Она продолжается около часа. Встаем мы в половине шестого. С шести до десяти мы молимся. Да, хорошо. Потом мы готовим обед. И в 11 часов обедаем. С 11:30 до 15:30 мы трудимся на послушаниях. С 5 вечера до 8 у нас вечерняя служба. Да, они приехали.
Они приехали час назад. Они прибираются. Они вынесли на улицу ковры и постельные принадлежности. Все должно быть идеально чисто. В Хесберге недостаточно чисто. Устали? Нет, монахини не устают. Три женщины и водитель. И еще четыре трудника с Украины ждут виз. У них полно еды. Они с собой привезли. Они думали, здесь нет еды. Из нашего холодильника они есть ничего не могут. Молоко, сыр. Что еще? Яйца. Им не разрешается все это есть до 12 июля. У них Петров пост. Петров пост. Прийдите, Вечерня, очисти нас от всякие скверны, спаси Ваша душа наша. Тебе Боже, соберите себе и себе, как у него. Хотите взглянуть на крест? Да. Пойдемте в храм. Весь полностью большой. Настоящий крест. Со всеми перекладинами. Вам нравится? Очень нравится, да. Основание крепится к крыше, а уже к нему крепится сам крест. Это вы снимали это? Да. Это не делать. Нужно все положить точно так, как было. Тут номера. Номера. They have numbers. Здесь номер 171. Ничего здесь не трогайте. Это большая ошибка. Как теперь это положить обратно? Я очень сожалею. Я носил такой воротничок. Ты с кем тут? Подружка? Подружка? У меня никогда не было подружек. У меня был однажды интерес, когда я учился в школе, но подружек не было. А почему нет, Вик? Почему у тебя никого не было? Я, можно сказать, никогда не влюблялся. Никогда. Я и знаком-то был с немногими. Никто из них на меня особого впечатления не произвел. Я всегда был слишком занят другими вещами. Ну, хоть претендентки были? Претендентки? Не знаю. Может быть. Может быть, я слишком много внимания обращал на их носы. Или на что-то другое, что мне не нравилось. Можешь считать, что это глупо, конечно.
Эта фотография была сделана перед моим поступлением в высшую школу. Тогда мне больше что шло к лицу, чем теперь, конечно. Вот еще шикарная фотография. Вот с моим носом тут все в порядке. Видишь? У меня очень реакционные взгляды, конечно. Секс нужен только для репродукции. И все. А если не хочешь детей, тогда воздерживайся. Зачем? Только подумай о всех несчастьях, которые из-за этого бывают. Люди становятся несчастны. Они только и думают, что о своих 17 женитьбах. Но разве это не потому, что люди ищут любви? Конечно. И это достаточно приятно, пока это продолжается. Но секс может длиться только неделю-две, в моем случае. А как же любовь, Вик? Любовь? Я не знаю. Я ничего в любви не понимаю. Это просто слово. Доброе утро. Заходите, покушайте. Как вы? Очень хорошо. Вы устали, да? Господин Вик, вы придете на службу в воскресенье? В воскресенье? Да, если хотите. Но мне надо иметь книги. Можете мне показать по книге? У нас нет лишних книг, но вы можете стоять рядом и смотреть. Ясно, у вас только одна книга. Но вам легче будет следовать за службой, если вы будете стоять рядом с нами. Тогда мы все вам покажем. Пойдемте со мной. Джимси, привет. Русские хотят участок земли. Не выделишь им немного? У тебя нет времени заниматься землей? У тебя нет времени? Это гашиш. Чеснок. А, вот, осталось на палочке. Остальное пусто. Хорошо. Мистер Вик, он показывает на тот огород, на первый. Он по другой стороне, там стоят 4 рейки картофеля. Там картошки. Да, да, все, лучше вот этот пусть будет. 4 ряда. 4 ряда, ага. Пусть вот этого хватит, мистер Вик. Der skal bare luges. Ja, ja. Aha, aha. Jeg får jo ras i Darmesjø. Ja, og løgne der. Видите? Стена мокрая. Тут протекает. Вы видели воду? Да. Здесь была целая лужа. Здесь, на столе. Понятно. Видите? Желтое пятно на потолке. Желтое пятно на потолке. Пока оно не очень большое. Но желтое пятно здесь из-за того, что на другой стороне стены течет. Да, вижу.
Вода стекает прямо по стенам, видите? Конечно, там наверху что-то не в порядке. Да. Но это не объясняет того, что стена в этом месте, внутри, в плохом состоянии. Сырость проникает снаружи. Здесь вода. Но на дома всегда льется вода, когда идут дожди. Но не в таких же количествах. Первое, что надо сделать, крыша и отопление. Все остальное можно сделать потом. Все остальное не так важно, как эти две проблемы. Ты вот этим будешь чистить, а потом все опять соберем. Да, а потом все опять соберем. Но если сбивать сажу этим, пожалуй, можно все на кусочки разбить. Да, лучше бы купить новый. С этим намучаешься. Зато так нам не придется тратить 20 тысяч на новый. Может, попросим русских помочь чистить? Да. Это нельзя. Нельзя, да? Нельзя. Может лопнуть. Вот тут вмятина. А, прям, если сейчас вот молоток взять, очень плохой. Это таз дырки. Пиздец, как плохо. Амвросия очень важна в этом твоем проекте, да? Амвросия. Конечно. Все на ней держится. Если ее не будет, все пойдет кувырком. Просто все на ней держится. Она единственная, кто может все это потянуть. Она делает то, что я думала, монахини не умеют делать. Я думала, монахини послушные, покорные. Конечно. Но кто-то из них должен управлять, возглавлять все. Откуда же возьмется система послушания, если не будет никого, кто мог бы принять решение? А она как раз из тех, кого спрашивают. Она часто тебя бранит? Ну, бывает. Если что не по ней, она мне все выговаривает. Но нам обычно удается найти какой-то третий вариант. И все опять хорошо. Она, как говорят в Китае, никогда не теряет своего лица. Не так давно. Делали упор, и уже 40 лет. Надо решать, что делать с крышей. Коль! Ну, все равно черепицу нужно снять, да? Проблем нет, это создали специальную проблему, чтобы не дать работать. Черепицу надо снимать. Она слишком тяжелая для стен в том состоянии, в котором они теперь находятся. Звучит громко. Ее можно ковырять. Это только руина. Руина. Только руина. Нет, но руина только крыша. Если сделать, это не руина. Безнадежно. No. Нет, только крыша безнадежна, но не все здание. Они говорят, что и стены безнадежны. Они не безнадежны, но вес крыши на них давит. Для них она слишком тяжелая. Эта стена где-то ушла, настолько уже туда ушла. Он говорит, что стена ушла. Это просто развалина. Надо все бросить. Все бросить. Развалина. Крыша опять течет. Опять течет в этом месте. И если... Раньше вы мне это не показывали.
Так что хватит об этом. Пойдемте посмотрим. Пожалуйста, хватит об этом. И замок тоже превратится в руины, если мы не поменяем крышу. Что же они в самый первый день не взялись за молоток и не стали колотить по брусу? А что же с замком будет? Она говорит, у них не так-то много времени. Говорит, что замок тоже превратится в развалины. Надо полностью менять крышу. Всю крышу. Из-за одной единственной дырочки. А почему этот монастырь так уж для тебя важен, Вик? Почему этот монастырь так важен для тебя? Почему важен? Но это то, о чем я мечтал все последние 40 лет. Что здесь будет монастырь. Я бы никогда не приобрел собственность, если бы не надеялся, что будут люди, работающие бесплатно. А это только монахи и монахини. Записка на двери. Сегодня, пожалуйста, не беспокоить. Радио. Трагическая правда такова, что когда люди имеют много хороших вещей, эти вещи им надоедают. И они хотят... Помню, хиппи, или как они там себя называют, действительными мотивами их. Это мой отец. Тогда он не был таким старым. Не знаю почему, но он вечно был недоволен. Все было не так. Он всегда придирался к матери. Критиковал ее за то, что она пьет кофе. Критиковал ее за все. Он часами читал ей нотации, а она только молчала. Или плакала. Но... Я был невероятно сильно к нему привязан. Я питал огромное уважение к нему. Даже когда я был с ним не согласен, что иногда бывало, помнится. Но... Не знаю. В каком-то смысле моя связь с ним была гораздо сильнее, чем связь с матерью.
Она по своей натуре была совсем другая. У моего отца нос был лучше, чем у моей матери. У меня комплекс относительно носов. Я обращаю очень много внимания на носы. Уши меня меньше волнуют. Но носы... Мне не нравился нос моей матери. Ужасный. Но могло разве это быть причиной, по которой я не был бы так сильно привязан к матери? Но мы всегда друг к другу очень хорошо относились. Не знаю. Я никогда, как бы это сказать, не ласкался к ней. Никогда ее не поцеловал. Может, только однажды. Я знаю, где это было. Это было в Рю. Это было около нашего дома. Дом имел форму буквы Г. Мы с ней стояли в углу. Я прощался. Может, я ехал в Силькеборг или в Копенгаген. Но во всяком случае, я куда-то уезжал. Я знал, что так делают. Вот я и попытался. Но не очень-то у меня получилось. Так что повторить желания не было. В некотором роде я человек ущербный. Прочитайте письмо вслух. Можете прочитать его вслух? Этот документ подписан Марк. Здесь предложение от него. О чем оно? Дорогой господин Вик, Московская патриархия сможет обеспечить постоянное присутствие в замке одного священника, 3-4 монахинь и 5 паломников. И будет вкладывать каждый год не менее 250 тысяч датских крон при наличии юридического документа. Так что это предложение действительно при наличии юридического документа. Английский не очень-то у них. На первое время это у них в скобках. Это может быть невозвратное завещание. Но это минимум. Но это логично, если они собираются каждый год вкладывать 250 тысяч. А не могут они просто взять твой замок в аренду? Я никогда не говорил, что они должны платить. И я не собираюсь брать эти 250 тысяч. Хотя с их стороны это, конечно, очень великодушно. Но почему все-таки не принять их предложение? Предложение? Она уже несколько вариантов этого невозвратного завещания написала, фактически. Но там говорится, что если я уйду прежде, чем все определится, они наследуют замок. И только замок. Но я не хочу, чтобы они что-либо наследовали. Тогда вся идея Хесберга рухнет. В этом я с Вильской единодушен. У тебя есть совет, в который входят твои старые друзья, Вильская и Ивона. Смогут они продолжать без тебя? Хороший вопрос. Может быть, церковь тут будет только некоторое время, несколько лет, а потом мы построим отдельно стоящую церковь.
Место нельзя менять. Когда место освящено, его нельзя для чего-то другого использовать. Если делать церковь, то она должна быть тут навсегда. Ее нельзя убирать. Это грех. Понятно. Она должна быть тут навсегда. Навсегда? Да, навсегда. Ну, может так. Может быть. Не знаю. Но можно же сделать временную церковь. А почему вы хотите временную? Потому что лучше сделать настоящую, отдельно стоящую церковь в будущем. Это будет гораздо лучше, чем здесь. Это здание ведь не святое место. Как мы можем сделать его святым? Очень часто устраиваются домовые храмы. Очень часто. Но зачем нам два храма? Может, в будущем у нас тут будут жить старые монахи, и они не смогут выходить на улицу. Понятно. Я об этом не знал. Не знал об этом. Я не знал, что церкви нельзя перемещать. Но это чушь. Сколько храмов было разрушено, так что их переносили все-таки. Кис-кис-кис. Но разве ты сам не этого хотел? Да, наверное. Но эта комната не подходит для храма. Ведь так? Она слишком велика для храма. Слишком велика. В Хесберге никогда не будет столько прихожан. Откуда они возьмутся? Но чего ты противишься? Ты же сам всегда считал эту комнату храмовой. Всегда говорил о ней так. Ну да. На данный момент это самая лучшая комната. Но я все время думал, что там будет временный храм. Так что, проблема в том, что он там должен быть навсегда? Чтобы нарисовать икону, нарисовали храмики. Это раз, два, три иконы. Тут иконы. Ага. И вот размеры даны все. Это написано. Да, это просто матушки сейчас оставили. Тоже будет брус. То есть немного материала нужно. А, и раз, два, три пятиметровых. Русский монастырь. Добро пожаловать.
невозвратное завещание. Так, господин Вик, в чем вам помочь? Это надо переместить сюда. Сюда? Сейчас сделаю. Дайте мне посмотреть. Один момент. Как вы будете это делать? Ай, дайте я сама. Давайте помогу. Надо привести это в порядок. Хорошо, хорошо. А потом сделайте копию. Сейчас я сделаю для вас копию. Копию? Но не этого. Это еще надо привести в порядок. Почему? Он не в порядке. Надо удалить эти пробелы, да? Что вы хотите удалить? Удалить эти пробелы. Но мне они нравятся. А, они вам нравятся? Да, конечно. Ладно, не переживайте. Здесь должна быть запятая. А это что? Так у вас было? Нет, не было. Это просто значки для редактирования. Здесь должен быть пробел. Хорошо. Хотите пробел? Вот вам пробел. Что вы ругаетесь? Это не тот пробел, который я делал. Вот же пробел. Вот же пробел, чего кричите? Вы все испортили. Ты, кажется, сердит на Амбросию? Ну, я вообще не любитель людей. Я только одного человека за всю жизнь любил. И он мертв. Это мой отец. И он тоже меня любил. Могу я тебе сказать? Я целыми сутками плакал, когда он умер. Сутками. Вик, ты должен определиться, хочешь ты монастырь или нет. Конечно, хочу. В таком случае надо немного уступить. Если ты, конечно, действительно хочешь. И это сохранит все поместье. Конечно, Хесберг должен сохранять независимость. Это важно. Может быть, она не понимает, в каком мы сейчас положении. Завтра ты должен ей объяснить, что ситуация изменилась. Единственное, что можно сделать, учредить независимую, доверенную структуру. Должны ли в эту структуру войти представители монастыря? Нет. Нет, потому что они, конечно, будут настаивать, чтобы иметь представителя в совете. Но это вовсе не обязательно. Сколько они должны платить? Они ничего не должны платить. Но они должны. Я никогда не просил денег. Я не требую платы. Я только просил паломников. Как бесплатных рабочих круглый год. Если ты хочешь монастырь, надо четко оговорить все условия. То, что должен делать. Один священник и количество монахинь на их усмотрение. Священник, монахинь на их усмотрение. И хор. И 5 паломников. Это точно. Надо настаивать, чтобы они были квалифицированными работниками. Они должны хорошо работать. Профессионалы. Не знаю, насколько мы можем быть категоричны. Боюсь их напугать. Придется немного поторговаться завтра. Мы как будто лошадь продаем. Скажи.
Кроме того, значит, монастырь должен, соответственно, делать еду. Думаю, вряд ли мы можем принять пятый пункт. Пятый пункт вряд ли может быть принят. Почему? Потому что если мы будем финансировать реставрацию, тогда мы должны решать, с чего начинать. Я не понимаю. Если оплачивать реставрационные работы будет Московская Патриархия, она и должна решать, что делать в первую очередь. В противном случае ничего хорошего ждать не приходится. Но мы будем настаивать на датском контроле за качеством. Датский контроль за качеством. Ну да, у меня уже есть некоторый опыт в этом смысле. У господина Вига свои представления о том, как должна вестись реставрация, которые лично я никак не могла принять. Мы сразу должны определиться, что по этому вопросу есть разногласия. Видите ли, вопрос в том, что будет после того, как Вига не станет. В будущем мы создадим совет. В случае разногласия за советом будет последнее слово. Кстати, а представитель Московской Патриархии войдет в этот совет? Мы говорили об этом вчера. Конечно, мы должны прислушаться к мнению монастыря. Думаю, что мы, то есть Московская Патриархия, важная составляющая данного проекта в целом. Поэтому, думаю, Московская Патриархия должна иметь своего представителя в этом совете, причем с правом голоса. Этот представитель ведь будет русским. А русские ничего не понимают относительно подобных учреждений в Дании. Ну, мы можем найти представителя из датчан, и не думаю, что надо здесь говорить о национальной принадлежности, господин Вик. Русские не такие. Русские достаточно умны, чтобы исследовать любые вопросы, вникнуть в любую проблему. Совет не должен вмешиваться в жизнь монастыря. Также и монастырь не должен вмешиваться в деятельность совета. Но мы должны сотрудничать. И если мы хотим быть по-настоящему добрыми соработниками, мы должны уважать друг друга и работать вместе. Я того же мнения. Думаю, необходимо, чтобы наш представитель был. В противном случае это своего рода дискриминация. Нет, нет. Так нельзя. Я тебя понимаю. Совет будет говорить по-датски. Хорошо, я как раз учу датский. Для меня в этом будет дополнительный стимул для изучения датского языка. Вы даже и половины не поймете из того, что будет говориться. Я все пойму. Думаю, Московская Патриархия с этим тоже вряд ли согласится. Во-первых, я повторяю, это дискриминация, и они никогда этого не примут. Подумайте над этим. И Московская Патриархия тоже вольна решать, будет ли она во всем этом участвовать. Это договор. Это договор, который она должна отвезти в Москву. В нем все. О чем мы договорились? 6 пунктов.
Этим документом замок передается им? Да. В пользование. Не забывайте молиться. Я буду ходить в храм каждый день. До встречи. В конце я кое-что добавил. Знаешь что? Нет. В конце... В конце позвольте мне высказать горькую правду. Но господин Вик первый, кто ведет себя подобным образом. Она очень недовольна тем, что я написал. В Росе говорит, что стиль настолько недопустим, что она даже не может показать это владыке. Вот здесь пункт А. Кочующие монахи. Понимаешь? Какой бы выдающейся и трудолюбивой она ни была, плюс несколько гостей-отпускников, не составляет собой монастыря. Она даже не представляет. Что она там пишет про жалость господину Вигу? Что она там говорит про жалость к тебе? Не думаешь ли ты, что она права? Единственная причина, по которой она продолжает терпеть мою непредсказуемость или безрассудство, ее ко мне жалость. Она также думает, что это хорошая идея, которая может обеспечить мою будущую вечную жизнь. Как ты думаешь, она права? Нет, сомневаюсь. Нет. Сложно спорить с человеком, который всегда прав, который не... А что, если она здесь столько же ради тебя, сколько ради монастыря? Ради меня? Не знаю. Даже не знаю, как к этому относиться. Речь о проекте, а не обо мне. Потому что не это нужно. Так? Может, ты со своим особым видением думаешь иначе? Не знаю. Я не специалист по женским чувствам. Я ваших секретов не понимаю. У вас свои секреты, которых я не понимаю. Я не могу решать все проблемы. Это не проблема, Вик. Но это ваши женские штучки. Да нет у нас проблем. У вас есть чувства, или как там называется. Я такими вещами не занимаюсь. Я в этом не участник. Я, может, урод какой, калека. В некотором роде. В каком? У меня прямолинейный, узкий рассудок. Я не экспансивен от природы. Я лишен всех этих эмоций и привязанностей, которые есть у всех нормальных людей. Не пора ли пойти вздремнуть?
На экране компьютера. Отправленные письма. Амвросии. Дорогая мать Амвросии, благодарю за полученное неделю назад письмо. Что касается ваших усилий по работе над формулировкой будущего контракта, счастлив признать, что в сравнении с предыдущим вариантом есть значительные улучшения. Ну и что теперь будет? Что теперь будет? Что будет? Ничего. Надо ждать. Зачем она поехала в Россию? У нее зимние каникулы. Ее уже целых 8 месяцев нет. О чем она там думает? Она собиралась найти священника. От нее уже 100 лет ничего не слышно. Нашла она кого-то или нет, не знаю. В последних письмах она ничего об этом не говорит. Как ты относишься к тому, что ее нет? У русских просто нет совести. Они никогда не чувствуют себя виноватыми. Я не встречал русского, совесть которого была бы неспокойна. У них ее просто нет. Неспокойная совесть — это не про них. Ну вот, теперь у меня 2 ручки. Они уже тут. Здравствуйте, господин Вик. Рада вас опять видеть. У вас тут много нового. Как вы? Выглядите очень хорошо. Загорели. Видно, что вы загорели. Что? Как я выгляжу? Загоревшим. Солнышко было в эти дни. Загоревшим? Я не знал. Не знал об этом. Мы пойдем в храм. Пойдете? Мистер, как дела? Слава Богу! Богу. Ничего. Брахлишка! Откуда? Да, да. В храм. Знаю, ты в церковь не часто ходишь. Кис-кис-кис. Тебе лучше убраться по добру, по здорову.
Миш. Давайте помогу. Нет, не надо. Но у вас же проблемы со... Со спиной. Но это не тяжелое. Вам нельзя. Это не тяжелое. Да мне не тяжело. Она легкая. И со спиной уже гораздо лучше. Я лечила спину вот этим. Это из собачьей шерсти. Собачья шерсть. Это собака? Очень хорошо для спины. Теперь гораздо лучше. Сейчас будет крестный ход. Господин Вик, вы пойдете? Пойдете со мной на крестный ход? Yeah.
Дорогой мой мистер Вик, почти 5 лет мы были вместе. Мы очень разные. И, делая, по видимости, одно дело, часто бывали не согласны друг с другом. Но Господь сам всем и вся управляет премудростью Своею. Сам Он вложил в ваши руки дар, который вы принесли Ему, и который, верю, открыл для вас райские двери. Царство Небесное, вечный покой вам, дорогой мистер Вик, раб Божий Георгий.